свой день жители деревни Зажевичи начали возложением цветов. Такая традиция в деревне живет и является неотъемлемой частью любого праздника. Вместе с местными цветы к памятнику возложили и почетные гости из Солигорска. В эти праздники люди получают не только общение, слушают музыку, песни, но еще и мы благодарим людей за вот ту красоту, за тот порядок, который сегодня присутствует в наших деревнях, за то, что они все это создали своим трудом и своими руками, и вот это все поддерживают. Сельский дом культуры встретил гостей выставкой, где каждая вещь сделана руками местных жителей. Стенд рукодельниц, вышивка, вытянянки, вязаные игрушки, соломка. И это только часть из того, чем занимаются местные женщины. Каждая работа и каждый следующий штрих или стежок создают общий местный колорит, показывают самобытность деревни. Тут и современное искусство, и традиционные ремесла. Далее гостей вечера ждала насыщенная концертная программа, репертуар веселый и динамичный, песни, музыкальные номера и интересные конкурсы. Словом, все, что нужно, чтобы день деревни был ярким и запомнился каждому гостю. Кроме музыкальной части, торжественная церемония награждения. Молодые семьи и труженики, долгожители деревни и самые маленькие ее представители. Каждый выход на сцену сопровождался аплодисментами. И это неудивительно, ведь в деревне, как известно, сосед как близкий родственник и все как одна большая семья. А праздники еще больше объединяют. Далее такие же праздники деревень продолжаются и пройдут и в других деревнях Солигорщины.